Весь день мне приходится повторять один и тот же вопрос. Вам куда? Такая работа. Я водитель такси. Как складывается у нас рабочий день? 30-35 пассажиров. 12 часов работы. Многовато, да? А это как считать? Увидишь кусочек чьей-то жизни, и больше с человеком не встретишься. Жаль бывает расставаться. Букет. Я центр. Вызов принял. Вот невозможно представить улицы Москвы без наших машин. Мы словно движущиеся частицы этих улиц. Нас, таксистов, так и называют асами наземной авиации. И это не случайно. Вот социологи подсчитали, что во время работы водитель такси тратит столько же физических и моральных сил, сколько и пилоты реактивных самолетов. Я уже 10-й год вожу такси по московским улицам. Узнал их, полюбил. Да и Москва для меня за эти годы как-то по-иному раскрылась. Но не так, как раньше. Ездишь вот так каждый день по городу и все замечаешь. Где начали новый жилой дом строить, а где старый снесли, где деревья посадили, а где в новом районе открылся детский сад. Бывает, сядет какая-нибудь старушка, а у нее даже адреса толком нет. Одно название улицы. Пообещали встретить, не встретили. А сама она в Москве всего раз была. Вот и выкручивайся, как хочешь. А не помочь человеку нельзя. Хорошо, она дом вспомнила. Хоть и не сразу. Да мы первые, с кем сталкиваются в Москве приезжие. Поэтому первое впечатление о нашем городе во многом от нас зависит. Как встретишь, как повезешь, да как город покажешь. Так что у нас, у таксистов, отношение к своему городу совсем особенное.
Нравится мне моя работа. Все время разных людей встречаешь. Что-то они от нас узнают, что-то мы от них. Вот, наверное, поэтому и чувствуешь пульс не только нашего города, но и других городов. Работа у меня действительно непростая. 12 часов за рулем. В любую погоду, в любое время суток, в любое время года. Вот если, например, шофер автобуса накатывает за день 50-60 километров, то мы за смену делаем до 400. Что и говорить, нагрузка не шуточная. Все время находишься в напряжении, все время в стремительном потоке городского транспорта. Да и ответственность на нас ложится большая за жизнь наших пассажиров. Что такое наша профессия? Сколько нас? Известно, что в 1925 году в Москве было всего 25 такси. А сейчас 14 300. И за день мы перевозим около 500 000 пассажиров. Набегаем за год 1 миллиард 350 миллионов километров. 4 раза от Москвы до Солнца и обратно. Вот так. Я иногда думаю, что для таксиста может наступить такое время, когда он почти со всеми жителями города познакомится. Вот хотя бы Ромашкин. Есть у нас в парке такой водитель. 40 лет за рулем. Вот прикиньте, по 35 пассажиров в день. Умножьте на количество рабочих дней в году, да еще на 40 лет. Вот и получается население целого города. Ну, мне эту любовь к машине батя еще привил лет с 8. И у меня действительно с детства мечта была шофером стать. Вот в 62-м году я и пришел в парк таксомоторный, 7-й. И пошел на курсы учиться шоферов от парка. Но вот когда я пришел уже с курсов, у нас еще не было этого здания большого. Здесь все было по-другому. На месте этого здания был пустой двор, и водомаслогрейка стояла. Ну, от начальной колонны мне, значит, показал, 4 автомобиля у забора стояли. Вот любой говорит, выбирай и делай. Сделаешь, будешь ездить. Это мой напарник, Коля Нестеров. Вот заканчивается рабочий день. Машина переходит к нему. Так вот, я спокоен за пассажиров, которые поедут на нашей «Волге». Правда, Николай всего 5 лет за рулем. Выходит, он
вроде вдвое меньше. Работает, чем я. Но ведь в работе-то этого не чувствуется. Когда в свободное время мы с ним участвуем в таких соревнованиях, я просто поражаюсь его выдержке, его мастерству. Понятное дело, спортсмен. Даже я из-за него автомобильным спортом увлекся. Так что получается, здесь я моложе его по опыту. Ведь делу спорт еще как помогает. Надежный парень. Сколько у меня всяких случаев бывало. Приходилось и помочь человеку, и даже из беды выручить. Но вот такого случая, как у Николая, у меня не было. Первый выезд у меня интересный был тоже. Не забуду. Выпускают нас, значит, с ворот, и сразу окунулся в это движение, в эту непривычную обстановку. Поехал, думаю, куда же я еду? Москвы совершенно не знал еще, до работы в такси. Это было, наверное, часов 12 ночи. Проезжал мимо ее одного дома, вдруг выбегает старушка. Останавливает, прям бросается под машину. Ну, я вышел, в чем дело, спрашиваю. Она говорит, рожает женщина. Я поднимаюсь с ней на пятый этаж, открываю дверь. Мне пришлось ее взять на руки, нести в машину с пятого этажа. И сразу все мысли растерялись. Я даже забыл, где роддом находится. Мне, да, привез я, значит, не в роддом, а в больницу, в 67-ю. И единственное, что успел, только врачей позвать, уже роды начались. Так врачи принимали эти роды в машине. Родился мальчик хороший, 4700. Я бы не смог поменять профессию. А потом, как уйдешь от тех товарищей, к которым ты привык, которые тебя любят и уважают, которых ты уважаешь? Это же нельзя сделать так просто. Сегодня на линию выезжает мой напарник. Но я с вами тоже не прощаюсь. Если вы встретите такси с номером 7898, так знайте, что в ней едет или мой напарник Николай Нестеров, или я. Итак, до встречи.